купили мы сегодня длинную бумагу. И типа я ее открыл сейчас. Я специально выбрал типа мягкую. Ну, типа, потому что в прошлый раз купил. Какая-то жесткая, аж больно даже было. А эта мягкая, она такая реально вроде как на ощупь мягкая. И блин, от нее запах нюхаешь? Нет, впервые покупаю длинную бумагу, от которой чем-то пахнет. Ну, в плане какими-то такими, я не знаю, как все равно духами. Не знаю, нюхаешь каким-то вот таким запах такой, какой-то такой. Ну, приятная такая, типа, какая-то... Я даже не знаю, как описать, чем-то таким пахнет вкусно. Типа, какой-то такой легкий запах какого-то одеколона или туалетной воды какой-то, что-то такое. Ну, вкусно пахнет так. Реально, впервые такую бумагу покупают, которая еще пахнет. Еще открыл ее так. Чувствую какой-то запах. Думаю, неужели от бумаги нюхаю точно? Ну, по идее, это получше должна быть. Это я купил совсем дешевое. Она такая жесткая была, как и все вроде. Ну, вроде туалетная, но на самом деле жесткая. Как все равно газетой какой-то. А это вроде мягкая. Получше, да, она в общем такая приятная, мягенькая. Да, мягенькая, мягче, чем та, что была. И запах. Реально, ее можно нюхать. Классно пахнет. Впервые такую бумагу купил, которая пахнет. Прикольная штука, на самом деле. Хотя здесь про запах даже ничего не написано. Здесь смываемая втулка. То есть даже можно... ту внутренность выкинуть в унитаз. Просто выбросите втулку в унитаз и спустите воду. Смывать втулку отдельно не требуется. Биоразлагаемая, быстро растворяется в конденсационных трубах. Про запах вообще ничего не сказано, но она пахнет реально. А, во! Туалетная бумага ароматизированная. Номинальное количество 4 штуки. Прикольно. А чем она пахнет? Ароматизированная. Блин, я впервые такую покупаю бумагу. Прикольно, на самом деле.